Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку, масло сливочного. Не стоит, не стоит. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему, солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Договорились, да? Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков соленых, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. А мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки, остро охлажденной, селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком, только не натертой, а кусочками, да? Картошечки горячей с укропчиком и борща, да, и борща украинского, наваристого, обязательно с пампушечкой. Кстати, он у вас с пампушечкой, да? Не берем. Нет, нет, мы просто так зашли. Ну, мы узнать зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший. Все плавают, загорают. Вон турник, все разминаются. А мы как идиоты. По 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ на главное в горшочке горячий с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньем. Видите, что у вас получается? Нет, нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем. По 300 грамм водочки. Нет уж, постарайтесь вычеркнуть как следует. Потом вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, с уксусом, подсолнечным маслом. А картошечка какая? Молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчик. Нет, нет, мы пошли, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике.